Катерина, вы когда вообще последний раз танцевали, а? Давайте. В черном-черном лесу стоит черный-черный дом. Вспомнила. Детский сад. А в черном-черном доме стоит черный-черный гроб. А в черном-черном гробу лежит черный-черный человек. Он встает, тянет свою черную руку. Отдай мое сердце. И тут я ее увидела. Мы просто на лодке хотели покататься, Андрей Петрович. Ничего плохого мы не делали. Может, вы что-то видели? Мы ничего не видели. Ничего. Мы пели и услышали крик. Очень громкий крик. Да, Борис Игоревич. Леонид, что по нашему делу? Помощь нужна? Все под контролем. Если нужно, могу доложить лично. Если под контролем, то не стоит. Как состояние дорогой супруги? Неважно, Борис Викторович. Она впала в кому. Думаю, лучше всего будет перевести ее в город. Вот и займись этим, Леня. Любое содействие концерна «Омега» будет тебе оказано. А не будешь чатиться с посторонними мужиками, пока мужа нет дома. А мужа никогда нет дома. Ну что, всех неверных супругов разоблачил? Ну, я понимаю, что у меня, как у частного детектива, редко случаются стоящие дела. Но пока на этом свете существуют неверные супруги, моя семья голодать не будет. Да, но у тебя от подобных дел уже профессиональная деформация. Ты стал подозревать собственную жену, мать двоих детей. Стыдись, ревнивец. Мелкий спит? Давно без задних ног. Очень хорошо. Ну вот, Леш, на одном из форумов я познакомилась с интересным врачом-психиатром. Так, мать моя в кедах и на лыжах. И меня еще обвиняют в профессиональной деформации. То женщины, ничтожество вам имя. Так, давай салатик подкладывай и слушай, не перебивай. Так вот, этот психиатр, Михаил Козырев, проводит занятия с группой суицидников. То есть он помогает людям, которые пытались покончить с собой. А сам, представляешь, ведет блог самоубийцы. Слушай, это твой психиатр, он сам ни того, ни ку-ку, нормальный? Не знаю, но так даже интереснее, понимаешь? Честно говоря, с трудом. Дай, пожалуйста, горчички. Много горчички на ночь вредно. Зато вкусно. Подожди, а тебе это вообще зачем нужно? А я разве не сказала? Нет. Я задумала большую статью исследования о суицидах. Ну и темки ты выбираешь на ночь глядя. О, один-один.
Ну, зато актуальный. Так, все, я наелся. Иди сюда. А, ты знаешь, этот Михаил в своем блоге так искусно изображает депрессию, усталость от жизни, что я подозреваю, что он и сам когда-то испытывал эти чувства. Я так тебя люблю. После такого ужина... Слушай, а что, если он не притворяется? А что, если он до сих пор все это чувствует? Жил-был маленький ангел, который очень любил людей. Он не понимал, почему на небе не спешат исполнять их желания. Ведь небесам это ничего не стоит. Ангел помог одной женщине, которая очень хотела выйти замуж. Но не прошло ей месяца, как она пожелала развестись. Ангел помог человеку, который очень хотел обрести богатство, но тот не знал, что с ним делать. И в результате едва не погубил свою душу. Ангел стал объяснять людям, что нужно получше обдумывать свои желания, отчего люди станут только счастливее. Сказке конец. И занятию тоже. Стойте, группа, не уходите. Михаил Дмитриевич попросил заполнить новые опросные листы. Разбирайте. Давай. Что там? Хорошо. Держи. Любаш, подожди, можно тебя на пару слов? Конечно. Ты с Андреем Лемешевым на прошлом занятии разговаривала? Да. Мы обсуждали тестовое задание. А что такое? Да нет, ничего. Его просто сегодня не было. Вот я и подумал, может, ты ему что-то обидное сказала. Я? С чего бы? Да нет, ничего. Он, главное, трубку не поднимает. Но если вы не сварились, значит, он не мог войти в штопор, да? Ты думаешь? Да нет, ну, он был довольно-таки позитивный. Ну, мало ли какие обстоятельства у человека. Дай бог, дай бог. Но если не дозвонюсь, придется бить тревогу. Кстати, Любаш, ты присмотрись к нему. Не как ассистентка Михаила Дмитриевича, и как девушка. Кому ручку? Мне. Я закончила. Осталась одна формальность. Ваше разрешение на перевозку пациентки. Моя жена точно перенесет транспортировку? Не волнуйтесь. В нашей клинике все готово для вашей супруги. Дыхание, выдох. Замечательно. Спасибо. Занятие окончено. Спасибо. Люба, ты меня ждешь? Михаил Дмитриевич, вот ответы ребят на вопросы тестов. Люба, Любочка, Любаша, ты мой безотказный ангел. Просто помощник. Учитель, у меня к вам просьба. Слушаю. Мне бы хотелось, чтобы вы приняли меня индивидуально. Уже освоила материал? Слушай, ну ты просто вундеркинд. Если так будешь продвигаться, поступление тебе гарантировано. Да нет, просто... Люба, сегодня я плотно занят... Но мы же договорились. Ключ не потеряла? Нет. Все. Тогда смело поезжай ко мне домой, открывай компьютер, скачивай новые материалы. На следующем занятии все обсудим. Но речь пойдет не о поступлении. Не о поступлении.
мне волноваться? Это мне волноваться. Значит так, Люба, завтра, послезавтра я найду для тебя окошко. И помни, все всегда можно исправить. Непоправимо только смерть. Я помню. Засада. Шеф устроил побудку. Давай-давай, вставай, детка. Давай-давай-давай, а то из-за тебя должности лишат. И оклада. Из-за меня? Значит, это только мне надо? Ну не я же, будильник отключил. Ты! Все, сдаюсь. То-то же, презренный. Сам поспать любишь. А если уволят, ничего. Богатенький папочка обратно примет. С кем ты разговариваешь, презренная? До сих пор не поняла, что у меня есть свои принципы? Я поклялся, что больше ни цента у папы не возьму. Доброе утро, сударыня. Может быть, кофе? Доброе утро. Благодарю, сударь, я уже опаздываю в институт. Давай. Ну и что все это значит? Приветствую, шеф. Что я нарушил? Ты нарушил все, что можно нарушить. Новость зазноба? Слушай, когда все это закончится? Вот когда найду свою Александру, клянусь. Когда ты уже перестанешь опаздывать на работу? А я разве опоздал? Вышел из комнаты и сразу же на работе. Я уже жалею, что предоставил тебе эту квартиру. Это офис, в конце концов. Тут будет важный клиент. А у нас девушки неглиже бегают. До свидания. До свидания. Что такое? Мог бы девушку проводить. Да она уже взрослая. Шеф, а вы старомодный. Лучше скажите, что сегодня будем делать? Так, отдуй немедленно к Полежаеву и отдай ему фото сливки за его благоверный. Кто-то человек обрадуется. Да, и забери у него вторую часть нашего гонорара. Это, кстати, самое приятное в нашей работе. Собственно, здесь и проходили занятия группой. Все ребята в шоке. Никто не может поверить, что Михаила Дмитриевича больше нет. Соболезную. Так... Что же все-таки случилось? А, все это произошло дико и банально. Михаил Дмитриевич выпрыгнул из окна собственной квартиры. Многих ребят из группы уже вызвали в полицию, а я даже съездила в морг на опознание. Покажите тело. Это он? Да, это мой учитель. Вы уверены в этом? Да, это Миша. Михаил Дмитриевич. Александра, я очень ждала встречи с вами, потому что только вы можете нам помочь. Помочь? Но в чем? Вы...
медийная личность, а ваш супруг, он известный частный детектив. Поэтому попросите его, пожалуйста, чтобы он взялся за наше дело. Простите, Люба, я не вполне понимаю, за какое дело? Ведь вы же сами говорите, что Михаил покончил с собой. Да, но полиция считает, что это убийство. Они полагают, что кто-то из группы мог вытолкнуть Михаила Дмитриевича из окна. Среди нас есть бывшие наркоманы, и Андрея уже задержали. Вот оно в чем дело. Александра, я вас умоляю, пусть ваш супруг докажет, что гибель учителя – это самоубийство, замаскированное под убийство. Самоубийство, замаскированное под убийство. Очень странный заказ. Обычно просят доказать обратное. Честно говоря, я сама заинтригована. Врач-психиатр, спасающий суицидников, и вдруг покончил с собой. Ну вот, уже заговорила громкими скандальными заголовками из желтой прессы. В том-то и дело. Только в желтой прессе это все фейк. А тут правда жизни. Это еще нужно доказать. Значит, ты согласен взяться? Вот лиса, не нужно ловить меня на слове. Леш, ну ты же сам тосковал по интересному расследованию. О, здорово. Не ожидал, что так скоро увидимся. Честно говоря, и не хотелось. Что если сразу с порога-то шашкой махать? Ты же на службе. Я тоже к тебе пришел по служебной надобности. Угу. Знаем мы твою надобность коммерческую. Ладно, выкладывай. Какое дело интересует? Дело врача-психиатра Михаила Козырева. А какой в нем может быть интерес? Чистой воды убийство. Вот есть уже. Подозреваемый. Прям-таки чистой воды. То есть без вариантов. А я вот слышал, что этот Михаил сам мог выйти в окошко. Он об этом неоднократно предупреждал в своем блоге. Ну, на предсмертную записку, конечно, мало похоже, но все-таки... Я не знаю, что там за блоги. Не читал. Зато привык верить собственным глазам. Так поделись, коллега. Тамбовский волк тебе коллега. Ладно, ради старых заслуг говорю один раз. И то, только чтобы ты отвязался и не мешал следствию. Я весь внимание. Во-первых, в квартире все перевернуто вверх дном. Кто-то явно что-то искал. С компьютера погибшего стерты все данные. Но следов взлома двери нет. Вероятно, Козырев сам впустил убийцу, которого знал, или у того был дубликат ключа. Я обратилась именно к вам, Петр Николаевич, потому что кто может полнее и лучше охарактеризовать своего коллегу, как не его научный руководитель? К тому же профессор психиатрии. Благодарю. Не стоит переоценивать возможности нашей специальности. Это лишь одна из областей знания о человеке. А что касается Миши Козырева, он действительно был талантливым исследователем и мог бы очень многое сделать. Простите, профессор, но я хотела бы услышать ваше мнение по весьма деликатному вопросу. Как бы это сказать? Не трудитесь, я вас прекрасно понял. До того, как стать моим студентом, Миша Козырев был моим пациентом. Вот как? Увы, у него уже была попытка суицида. Второе. Сразу после падения Михаила соседи видели, как из подъезда спешно выходил некий мужчина, похожий по описанию на одного из пациентов Михаила. Это некто Андрей Лемешев. Его взяли дома в состоянии наркотического опьянения. Он сорвался. Есть все основания полагать, что Лемешев мог явиться к своему врачу и в состоянии ломки просить денег на дозу. Да, и, получив желаемого, стал вести себя агрессивно и вытолкнул Михаила в окошко. Слушай, может быть, не замолчать, и ты сам все знаешь. Ну, прости, по старой привычке. Затем Лемешев перерыл все в квартире в надежде найти деньги или что-нибудь ценное. Кстати, дорогой мобильник Михаила обнаружен не был. А вот отпечатки Лемешева в квартире повсюду. Миша сам не заметил, как увлекся философией, психологией, трудами по психиатрии. Поступил ко мне на курс, успешно закончил, защитил диссертацию, стал успешным, неординарным, практикующим психиатром. Иногда звонил,
Вот, собственно, и все, что я могу о нем сказать, к сожалению. И все-таки, дорогой профессор, как вы полагаете, мог ли Михаил снова совершить попытку суицида? Как мы все желаем получить простые ответы на сложные вопросы. Знаете, дорогая Александра, есть мнение даже среди специалистов, что в психиатры идут люди сами, ну, не вполне здоровые, что ли. Утверждать что-то определенное о Михаиле весьма сложно, грань тонкая. Если хотите мое мнение, я сомневаюсь, что Миша мог вновь решиться на такое. Однако совершенно исключить это было бы неверно. И последнее. Соседи, вызвавшие полицию, заметили также выходившую из подъезда женщину в темных очках с рыжими волосами. Она вышла, когда погибшего уже увозила скорая. Девушка с рыжими волосами. Ну, если она как-то причастна, почему она не скрылась раньше? Ну, мало ли. Могла отсидеться на верхних этажах. Но Лемешев молчит. А под описание девушек из группы Михаила эта женщина не подходит. Пицца, господа, пицца! Заказал две. Шеф, ваша любимая ветчина, сыр, грибы. Спасибо. Александра Сергеевна, какую пиццу вы любите, я не знаю, поэтому для вас вегетарианская. Я сейчас на любую согласна. Спасибо, Игорь позаботился. Ну вы же мои роднулечки, вы сегодня в поле. А я по хозяйству. Какие там новости? Ну, если коротко, то версия полиции об убийстве имеет очень веские основания. У меня результат противоположный. Михаил Козырев уже имел попытку суицида. И его научный руководитель, профессор психиатрии, смею заметить, не исключил новой попытки. Не исключил, не значит доказал. Не нужно ставить знак равенства. А в полиции всегда оперируют только фактами. Алло, Александра, у нас ЧП. Дело в том, что я пришла к квартире учителя. Погоди, не мельтеши. Тут сейчас Леша рядом, мой муж. Ему объясни. Алло, Алексей, здравствуйте, это Люба. Я пришла к квартире Михаила Дмитриевича, а здесь печать сорвана. Я все понял. Выходи, пожалуйста, на улицу и следи за подъездом. Кто будет выходить, запоминай. Мы сейчас приедем. Выдвигаемся. А я? А ты кушай пиццу. Не обсуждается. Здравствуйте, Люба. Это мой муж Алексей Анатольевич, Добрый день. Его напарник Игорь. Здравствуйте. Очень приятно. Ключ дайте, пожалуйста. Кто-нибудь подозрительный выходил? Там был парень с лабрадором и вот эта странная бабушка. Всем оставаться на улице, пока я не позвоню. Ну, шеф! Не обсуждается. Полегче, шеф! Да что ж такое, я сказал ждать на улице. Сейчас бы получил пулю в лоб. Но вы же не сказали, сколько ждать. Я убедился, что здесь никого нету, и решил вам напомнить, что я оканчиваю юридический. Мы нарушили неприкосновенность жилья. Поэтому нам нужно вызвать полицию и сообщить, что печать была сорвана. Вот сейчас все обыщем и обязательно сообщим. Ого! Да что ж такое, что за праздник непослушания? Похоже, здесь и впрямь был обыск. Квартира перевернута вверх дном, следы борьбы. Судя по всему, Люба, Михаила действительно могли убить. И отпечатки задержанного полиции Андрея Лемешева, участника вашей группы, в квартире повсюду. А здесь могут быть отпечатки всей группы. Михаил Дмитриевич принимал нас индивидуально. А что касается обыска, так это он его инсценировал. Простите, Люба, вы не могли бы пояснить, для чего это было нужно вашему учителю? Да Миша сам говорил, что от последнего шага его сдерживает только жалость к родителям. Для них это был бы большой удар, а они люди верующие.
А самоубийцы ведь не отпевают. Вы хотите сказать, что он все это сделал для того, чтобы замаскировать свое самоубийство под убийство? Конечно. Люба, у меня есть один вопрос. А скажите, у Михаила была женщина? Это исключено. Странно, откуда такая уверенность? Может быть, это ваша? У нас с Михаилом Дмитриевичем были доверительные и исключительно дружеские отношения. Леша, Леша. Вы кто? Что вы здесь делаете? Я сейчас вызову полицию. Все в порядке. Я частный детектив Алексей Кисенов. Веду расследование об убийстве хозяина этой квартиры. А вы, простите, кто? Родители давно умерли. Сначала меня воспитывал Миша, а потом... Потом я забрала тетю в Петербург. Да вот! Она же все врет! Простите? Да никакая вы не сестра! Миша никогда не говорил, что у него есть сестра. Это абсурд. Вы, собственно, кто? Я? Я Мишина помощница. Это бред какой-то. Почему какая-то посторонняя девица пытается меня обвинить непонятно в чем? Екатерина Козырева. А теперь попрошу всех покинуть мою квартиру. Люба, постойте! Да остановись же ты! Да что вам от меня надо? Ну, во-первых, успокойся. Во-вторых... Он мне врал. Михаил Дмитриевич – психиатр. Это был способ его работы. Способ найти какие-то решения для своих пациентов. Вот. Значит, он считал меня больной. А я думала, что я его... Девушка, я понимаю. Вы понимаете, Александра, у вас есть любимая работа, муж, дети. Вы красивая, а я мышь. Михаил врал Любе про своих религиозных родителей. Никаких родителей не было. Значит, не было необходимости маскировать свое самоубийство под убийство. Но ведь его квартиру кто-то обыскал. Что искали? Простите, шеф. Полиция одна версия. Козырева убил, пациент-наркоман. Хорошо. Пропал дорогой мобильник. Украли деньги. Но зачем какому-то наркоману стирать рабочие папки в компьютере Михаила? Так, может быть, в папках была информация об убийце? Ну, я бы не сбрасывала со счетов и саму Любу. Заказчик расследования и есть сам убийца. Но Люба-то просила доказать, что Михаил покончил с собой. К тому же у нее был ключ от квартиры и доступ к компьютеру. Вчера я пообщалась с ней, весьма неуравновешенная особа. Влюбленная, да еще психически нестабильная девушка, получив отказ, вполне могла в состоянии аффекта толкнуть Михаила. Версия эксцентричная, но не лишена здравого смысла. А я бы не исключал еще и сестру Козырева Катю. До Парижа она жила в Питере у своей родной тети. Барабанные палочки! Тетя недавно умерла и все завещала одному Михаилу. Ого. Наследство всегда серьезный мотив для семейных расприй. А как ты это нарыл все? Появились собственные каналы? Влиятельный папа. Понятно. Нет, ну в принципе это возможно. Катя могла... приехать раньше, вытолкнуть брата в окно, потом прийти к опечатанным дверям и широко открытыми глазами вызвать полицию. Но соседи утверждают, что видели рыжую девушку в темных очках. Катя и Люба не рыжие. Надеть очки и рыжий парик может любая. Ну, значит, нужно проверить обеих. А ты думаешь, я всегда была такой ухоженной? Да я с самой школы и до конца института была гадким утенком. Да вы сами верите в то, что говорите? Ты думаешь, я тебя утешаю? Ну, а что с вами случилось? Прилетела сказочная фея и превратила вас в принцессу? Все одновременно и сложнее, и проще. Я научилась ценить себя. И это отразилось во внешнем виде. Неужели тебе, Люба, как будущему психологу, неизвестен этот феномен? Одно дело знать... а другое – осуществить. А знаешь, у меня есть один молодой человек, который мог бы тебе в этом помочь. Если ты, конечно, не против. Да какой еще молодой человек? Не волнуйся, я тебя не сватаю. Этот юноша иногда помогает нам в расследованиях. И, кстати, о расследовании. Если ты все еще желаешь разобраться в гибели своего учителя, мы по-прежнему готовы помочь. Александр,
Мне так неловко за вчерашнее. И перед его сестрой неудобно. Да и вообще. А что от меня требуется? Для начала неплохо было бы собрать всю вашу группу. Угу. Алексей Анатольевич хотел бы с ними побеседовать. Кать, скажите, может быть, что-то у вас пропало ценное в квартире? Я не знаю. Вы простите, мы вчера так ворвались к вам. Это вы мне простите, что выставила вас. На самом деле, я вам очень благодарна за то, что вы помогаете разобраться в смерти Михаила. Спасибо, Любя. Полиция считает, что на Михаила напал его пациент Андрей Лемешев. Но Люба исключает эту возможность. Все пациенты уважали и любили вашего брата. Надо же, я и не знала, чем занимается Миша. А Люба сегодня собирает всех ребят. Мы бы могли поехать туда и пообщаться с ними. Да, я согласна. Супер! У меня последний вопрос. Кать, скажите, а у вас с Михаилом, может быть, есть еще какие-то родственники? Ну, я имею в виду тех, которые могли претендовать на эту квартиру. Нет. Я единственная наследница, если вы это хотели узнать. Алексей Анатольевич только что позвонил и сказал, что будет... День добрый всем! Здравствуйте! Здравствуйте. Люба, вы бы могли своим друзьям представить нашу новую знакомую? С удовольствием, но только если она сама позволит. Нет, Люба, я не возражаю. Я думаю, мы обе поняли ситуацию. Спасибо. Ребята, знакомьтесь, это Екатерина Козырева, родная сестра нашего Михаила Дмитриевича. Приятно познакомиться. Очень приятно. Катя, проходите. Ну что, ребята? Здорово. До встречи. Она сама захотела сюда приехать. В квартире затронули тему наследства. Реакция эмоциональная. Ну, а что ты хотела? Она потеряла близкого человека. Естественная реакция организма. Или чувство вины. Приветствую, работники сыска. Здорово, а ты здесь как? А-а-а. Я вообще-то твою просьбу выполнил, пап. Пробил списки рейсов из Парижа, и ваша Катя Козырева прилетела вчера в 10 утра. И до этого момента нигде не засветилась. Значит, одну подозреваемую можем вычеркнуть. Ром, камеру поставь сюда. Это я привезла Рому. Хочу познакомить его с Любой. Для чего? Ну, я уверена, у него получится найти к ней подход. Я не хочу втягивать в это своего сына. Одно дело его компьютерная помощь, совсем другое дело настоящее расследование со всеми заморочками. Ну, ты же сам говорил, что нужно проверить Любу. Люба! А я обещала тебя познакомить с нашим помощником в расследованиях. Это Роман, по совместительству мой пасынок. А моя любимая мачеха была права. Вы миленькая. Однако. Ну, вы тут пока пообщайтесь, да? Ты полегче, ладно? Что еще вы мне скажете? Ну, одеваться, правда, не умеете. Но это не критично, я помогу. А вы у нас кто? Модный дизайнер? Вы меня простите, как всегда опоздал. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Вы родственница Михаила? Я сестра Миши. Катя. Сестра? Очень приятно познакомиться. Примите мои искренние соболезнования. Миша никогда не говорил, что у него есть сестра. Да. Ты еще и такая... взрослая. Миша и мне мало что говорил. Да, на него это похоже. Но мы можем все это исправить. Милая, я работаю. Игорь Богданов. Кто это? Учитель, он очень много сделал для каждого из нас. И поэтому мы не должны прекращать наши встречи. Михаил Дмитриевич этого бы не одобрил.
мы можем сами проводить тренинги, поддерживать друг друга и помогать. Дружеское слово — это же так важно. Дорогие друзья, Люба скромничает. Все мы прекрасно знаем, что она готовится к поступлению на факультет психологии. Она занималась по особой программе с Михаилом Дмитриевичем и конспектировала все его занятия. Мы сможем продолжать наши встречи по этим конспектам. Люба будет нас тестировать, а мы, в свою очередь, будем поддерживать ее и помогать ей. Спасибо. Спасибо, ребят. Правда, я не ожидала, что вы меня так поддержите. А я хочу передать слово Алексею Анатольевичу Кисанову. И убедительная просьба, постарайтесь ответить на все его вопросы. Пожалуйста. Да, спасибо. Ребята, я знаю, что Михаил Дмитриевич был для вас не просто психологом. Он был вам другом. И с многими из вас у него были особые доверительные отношения. В связи с этим у меня к вам первый вопрос. Мог ли ваш товарищ Андрей Лемешев совершить то, в чем его обвиняют? Он не мог этого сделать. Он уважал учителя. Для полиции наркоманы не люди. На нас могут повесить все, что угодно. Я понял, я вас услышал. В связи с этим у меня к вам второй вопрос. Мог ли ваш учитель сам добровольно уйти из жизни? Можно мне. Михаил Дмитриевич очень любил свою работу. Он любил помогать людям. Он жил этим. А человек, у которого есть призвание, такой человек жизнью дорожит. Я понял. Катя, подождите. Катя, подождите. Ну что ж вы так по-английски? Ну подождите. Что мне еще выжидать? Все, что нужно, я все услышала. Ну, позвольте, я вас проведу. Это ни к чему. Ну, вы сами пожаловались на то, что Миша мало говорил о себе. Я могу рассказать все, что вы не знаете. Вот, например, вы знали, что он собирался написать книгу? Какую книгу? Вот, видите? Позвольте, я вас подвезу. Ну, просто всегда это очень комичным казалось. В американских фильмах про группки доверия. Знаешь, сидят все кружочком, по очереди встают и говорят: «Здравствуйте, я алкоголик». И все такие: «Браво!» Ну, во-первых, Ром, на этом занятия не заканчиваются. Мы проходим психологические тесты, проводим тренинги. А во-вторых, мне кажется, ты просто еще не попадал в такую яму, когда хватаешься за любую соломинку. О. Тебе кажется, что если он младше тебя, то и в своей жизни горе не хлебнул? Ну окей, разубеждать не стану. Сейчас, наверное, стоишь и думаешь, а чего это Александра прикрепила ко мне этого юношу? Догадливый. А действительно, почему? Что ты думаешь насчет конца света? Не поняла. Ну, каждые несколько лет. Назначают дату конца света, потом она переносится, ну и так далее. Я отношусь к этому как большинство, я просто в это не верю. А к чему вопрос? Ну смотри, допустим, человек, которому доверяешь на 200%, говорит: «Все, завтра конец». Что дальше? Ну, я думаю, мне не будет страшно, а, наверное, будет обидно. Потому что у меня ничего не было. Ни любви, ни семьи. Просто пусто. Ну, а ваш учитель? Его ты любила? А ты кто такой вообще? Я не собираюсь перед тобой исповедоваться. Поверьте, Катя, я им восхищался. Миша никогда никого не принижал и не судил. Он часто любил говорить: «Разве можно любить того, в кого упираешься каблуками?» Вы даже сейчас повторили интонацию Миши. Вы были его другом? Нет,
Как бы это странно ни звучало, но Миша никогда не сходился ни с кем близким. Ни с мужчинами, ни с женщинами. Он был полностью поглощен своей работой. А Люба? Кто она ему? У них были отношения? Нет. Миша просто жалел ее. Люба хорошая девушка, которой не повезло в жизни. Кисанова, хватит уже. Детей учим так не делать, а сами хомячим на ночь глядя. Ну что делать, издержки профессии. Никогда не хватает времени, чтобы нормально поесть. Итак, никто из группы, ни один человек не верит в суицидальные наклонности Михаила. Также никто не слышал о религиозных родителях. Внимание, вопрос. Откуда у Любы появилась такая версия? Ну, тут все просто. Михаил мог специально для Любы придумать эту историю и поделиться как бы в знак особого доверия. С одной стороны, он этим ее к себе приближал, но с другой стороны, не давал надежды на нечто большее. Ну, когда в душе такой сумрак, не до любви. Точно. Но могло быть и по-другому. Отверженная Люба на эмоциях толкнула Михаила в окно. А когда пришла в себя, устроила в квартире погром для отвода глаз. Отсиделась на верхних этажах, скрылась незамеченной, в рыжем парике и черных очках. Да, потом додумалась обратиться ко мне, чтобы ты доказал самоубийство. Какие у вас у журналистов яркие фантазии. Прямо сейчас бери, снимай. Шпионский боевик. Лёш, смех смехом, но ты сам прекрасно знаешь, что жизнь порой круче любого боевика. И, кстати, я уже начинаю волноваться. Ромка ведь пошел провожать эту Любу. Вот только не начинай, пожалуйста. Ну, что ты хочешь сказать? Люба, прости, что так поздно. Я просто хотела уточнить. А вы с Ромой уже расстались? Ясно. Да, доброй ночи. Да нет, нет, с ней все в порядке, я уверен. Нет, ну как родитель, я же должен держать руку на пульсе. Спасибо вам за беседу о брате. Спасибо. И за то, что провели до самой двери, тоже спасибо. Я мог бы и дальше, до пресловутой чашечки чая. Зачем вы все портите? Не ожидал от вас такой примитивной концовки. Катя, кажется, вы меня не так поняли. Да, мне кажется, я все правильно поняла. Уходите. Я, собственно, и собирался. Я просто подумал, быть может, вам жутковато заходить одной в квартиру ночью. Ничего страшного, справлюсь. Аревуар. Катя. Это пресловутые чашечки чая. Дурак. Алло, скорая? Рома! Ром! Рома! Как дела? Здорово. Ты чего здесь делаешь? Да, забыл пожелать тебе спокойной ночи. А что с телефоном? Ты ничего, просто на беззвучном. Что случилось?
Мне ничего не случилось. Извини. Да. Алло, Алексей Анатольевич. Это Олег Черняк. Я решил, что вы должны знать. На Катю только что напали. В квартире Михаила Дмитриевича. Приезжайте. Понял, я сейчас буду. Извини, вот сейчас случилось. Так а чё приходил-то? Родительский контроль. Ну, как она? В сознание пришла, но в больнице пробудет до утра. Вдруг сотрясение. Понятно. Ну, давай рассказывай в подробностях, что произошло. Я до квартиры ее проводил. Пойдемте, я все на месте покажу. Пока полиция не приехала. Ты полицию вызвал? Это скорая настояла, мол, криминал. Тогда надо поторопиться. Да нет, ну понятно, что никого нет. Да, видимо, в прошлый раз они что-то не нашли. Скажи, так ты не разглядел лица нападающего? К сожалению, нет. Я же говорю, когда он выбежал, он был в шлеме. Катя была здесь, без сознания. Голова разбита и кровь шла. Я сразу же позвонил в скорую, а потом вам. Это улика? Пока не знаю. Насколько я помню, в вашей группе нет рыжеволосых девушек? В квартире есть кто? Да, мы. Полицию вызывали? Да, да, это был я. Добрый вечер. Я свидетель и пострадавший. А вы кто и как здесь оказались? Я частный детектив Алексей Кисанов. Веду свое собственное расследование. На каком основании? Меня наняла хозяйка этой квартиры Екатерина Козырева. Да, на нее напали. Скоро везла ее в больницу. Я майор Прохоров. Веду дело об убийстве в этой квартире. Оперативно работаете, майор. Дело на особом контроле? Зубы мне не заговаривай. Просто мое дежурство мне сообщили. А тебя я убедительно попрошу покинуть место происшествия. Полиция должна первая произвести осмотр, попросить свидетеля и составить протокол. Да-ка я же не спорю. Тем более, все, что нужно было, я уже увидел. Катя, привет. Вашей жены стабильная. Без изменений, да. Оп. Так нечестно. Сегодня моя очередь играть. Пока ты тут у зеркала возишься, что, мне зря время тратить? Ты свой планшет разбил, а еще мой без очереди схватил. Отдай! Жадина, говядина, иди еще маме, так, пожалуйста. Так, спор прекращаем, идем завтракать. И за столом вас ждет Рома. Ура! Рома! Супер! Убийца вернулся на место преступления. Да, сюжет закручивается. Осталось вычислить нашего таинственного байкера. Ну, к сожалению, ни лица, ни номера байка, ни тем более модели мы не знаем. Ты говорила, он в перчатках работает? Аккуратист. А может, аккуратистка? Александра, а мне нравится ход ваших мыслей. Что, давайте развивать версию. Ну, у нас же Люба была под подозрением. Может быть, это она переоделась байкера и проникла в квартиру.
Теоретически это возможно. Нет, ну в качестве бреда. Проводил ты ее раньше, живет она поблизости. Ключ у нее есть. Ну, разве что в качестве бреда. Все-таки не тянет наша Люба на шпиона экстра-класса. Ну, не скажи. Есть такие особы, что хоть на подмостке выпускай. А Люба, она ведь еще и необычная девушка. Обычные психиатры не наблюдаются. Ну, все это зарядка для ума, а по факту выходит, что кто бы ни был наш полночный байкер, это точно не Андрей Лемешев. Так что пора вызволять беднягу из кутузки. Пока, пап. Пока. Так, малышня, давайте-ка поактивнее. С меня дельфинарий. Ура, дельфинарий! Рома, а ты чего хлопья не ешь? Александра, за время пути собачка могла подрасти. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Катя. Как вы себя чувствуете? Все в порядке, даже сотрясения нет. Голова не болит? Нет. Это хорошо. Это вам. Фрукты. Я не знал, когда вас точно отпустят, а в больницу следует привозить гостинцы. Вот. Спасибо, это очень мило. Не за что. Катя, нам нужно заехать в еще одно место, в полицейский участок. Зачем? Вам нужно дать показания. Они считают, что вчерашнее нападение связано со смертью Михаила Миши. Ну, вот он смахивает на того, который выходил. Номер. Номер назовите, пожалуйста. Два. Так смахивает или точно он? Ну, вот он смахивает ростом и... Так я ж его просто мельком только видела. Я ж не разглядывала. Вы не волнуйтесь. Да. Не спешите. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Повнимательнее. Да я уж смотрю. Понимаете, я же не знала, что меня вы выживете. Вот. И еще это... Вот я вспомнила. Знаете, почему я не помню? Потому что он был еще в кепке. Ага. О, с козырьком. Ну, что я... Спасибо большое, вы свободны. Все? Да. Спасибо. А я... Спасибо. Проводите. Ну? И как прикажешь это понимать? Трое свидетелей видели возле дома незнакомца. Но никто из них с точностью не опознал Лемешева. Ну, а я тут при чем? Может, не он. Что? Ты, Сереженька, давай определись, он это или не он. В это дело уже СМИ стали свои жалобы тыкать. Нам лишняя шумиха ни к чему. Да, я понимаю. Ну, раз понимаешь, тогда действуй. Или Лемешева дожимай. Или мне новую версию. На блюдечке. Прошу прощения, товарищ полковник. Сергей Николаевич, там к вам вчерашние потерпевшие явились. По нападению на квартиру Козырева. Спасибо. Отпускай. Есть. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, давно пытают? Да нет, не очень. Все нормально будет. Я пойду со следователем поговорю. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну как вы? Все в порядке. Хорошо. Я отвезу вас домой. И снова здравствуйте, товарищ майор. Не могу ответить тем же.
Мы же договорились, что ты не лезешь в это дело. И ничего нового я тебе не скажу. Так давай я скажу. И в связи со вчерашним происшествием, я надеюсь, ты изменишь меру пресечения Лемешева. Нападение на квартиру Козырева не снимает подозрения с Лемешева. Ведь могли действовать его подельники. Как интересно. А что искали? Неувязочка получается. И потом мотив, по которому обвиняли Лемешева. Убийство с целью добыть средства на дозу. Это что за преступник такой? Дважды проник в квартиру и ничего ценного не взял. А какая связь с Лемешевым? Ну так может ты мне скажешь, что там искали? Ты же был в квартире. Ты зря иронизируешь. Михаил Козырев вел частную практику. Мало ли, какие сведения он, как психолог, мог узнать у своих богатых и влиятельных клиентов. Ты же изъял у него жесткий диск. Ну так восстанови его и изучи клиентуру. Ты меня еще поучи! Тебе заплатили бывшие наркоманы, чтобы своего отмазать. Ох. Одна шайка-лейка. Вот ты печешься за гонорар. Я пекусь, чтобы ты не свалил все на невиновного. Ну, хоть один свидетель, он опознал Лемешева? Вот, Сережа, и улик у тебя никаких. А вся эта шайка-лейка, друзья Лемешева, между прочим, здесь, под отделом сейчас стоят. И они могут скинуться не только на адвоката. Они могут журналистов подогнать. Вот оно тебе надо? Да пошел ты, Леша. Куда? Куда подальше. Вместе со своим подопечным. Да я и сам думал его отпустить. Вот. Только не приходи сюда больше. Благодарю за службу. Не мешай расследованию. Люба! Фу, Рома, ты как ребенок. Не знаю, по-моему, я прекрасен. Кстати, вас можно поздравить. Узник на свободе, группа вне подозрений. Ну, спасибо твоему папе. Но теперь расследование продолжит полиция. Отец отказался от дела? Ну, все справедливо. Я его попросила доказать, что наши ребята тут ни при чем, и он доказал. Я, конечно, думала, что Михаил Дмитриевич сам от нас ушел. Но это уже не важно. Тем более, что Алексей Анатольевич не брал деньги за работу. А при чем здесь деньги? Бросать дело на полпути — это не в его правилах. Ты думаешь, что твой папа продолжит расследование? Я в этом уверен. Ром, смотри. Как тебе? Ну хорошо, а вот это? И это-то даже. Все. Мне надоело, я домой. Люб, ну подожди, подожди, подожди. Ну, дурак. Как исправить ситуацию? Мне твоя мачеха сказала, что ты разбираешься в компах. У меня дома ноут барахлит. Ты можешь посмотреть? А я тебе покажу свой гардероб. А ты мне покажешь мастер-класс. А я обещаю тебя слушаться. Договорились? Кажется, у меня доживем. Только сегодня другая ситуация. Прошу вас. Катя, может, перейдем на «ты» после вчерашней-то переделки? С кулинарией у меня так себе. Тетя пыталась меня научить, но у нее ничего не вышло. Я больше живописью увлекалась. Зато и результат. Кстати, в детстве я тоже ходил в художку. Да, правда? Да. Тебе понравилось в Париже? Да. Очень. Город, образ мысли, учеба. Но потом как-то улетучился весь этот флёр. Что-то пошло не так? Да. Что-то пошло не так. Сначала там, потом здесь. Прости, Катя, я не хотел тебя расстраивать, но ты любила Париж. Это чувствуется по твоим рисункам. Да, наверное. Катя, я, конечно, могу ошибаться, но кажется, этот красавец-мужчина чем-то похож на меня. Кто он? Он. Так, просто знакомый. Thank you.
знакомый, из-за которого все пошло не так? Мне кажется, вы слишком проницательны, Олег. Мы с вами снова на «вы». Катя, я ненарочно. Это ведь он доставил вам неприятности, а не я. Неприятности? Он плюнул мне прямо в сердце. Он не мужчина. Он не человек. Это вас не касается. Да. Вы абсолютно правы, меня это не касается. Я просто провел вас домой, а теперь мне пора. До свидания. Катя, любовь моя, я ждал тебя лишь к вечеру. Лучше скажи, что совсем не ждал. Кто она? Только не говори, что сестра. Нет, Катрин, это не сестра. Это моя любовница. Ну как ты мог? Здесь, на нашей постели. Ты предал меня. Предал нас. Ты оскорбил нашу любовь. Ну хорошо, я объясню. Я полюбил тебя. Я не планировал серьезных отношений. Ты собственница, а я хочу дышать и хочу свободы. Прощай, Катрин. Bonjour. Но ведь ты говорил, что я единственная. Я думала, мы поженимся. Когда-нибудь обязательно. Но не друг с другом. Не трогай! Не трогай. Русская дура! Русская дура. Алло, Олег? Да. Простите, пожалуйста, это может показаться глупо. Мне жутковато. Мне кажется, что преступник может вернуться. Катя, простите, я бы с удовольствием приехал, но я не один. Дело в том, что я... Нет, нет. Нет, простите за беспокойство. Это просто женские страхи. Да, забудьте, пожалуйста. Простите еще раз. Ром! Ну как? Люб, посмотри в зеркало. Так? Ну, ты правда не видишь, что эти вещи не сочетаются? Ну и просто это какой-то отстой. Да тебе ничего мое не нравится! Ни в каком сочетании! Мне что, взять это на помойку выкинуть?
Рома! А? Тебе честно сказать? Конечно. Ну вот, кеды еще ничего. А, да, конечно, вот эту кепочку я бы оставил. А все остальное, да, можно на помойку. А, поверь, Люба, это не твое. Погоди, то есть ты меня второй раз в жизни видишь и уже знаешь, что мое, а что не мое, так? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить? Вечно ты под руку и вечно не вовремя. Простите, шеф, по-моему, я как раз-таки вовремя. А не пора ли нам взяться за какое-нибудь платное дело? Заказ Любы выполнен? Правильно вас понимаю? Заказ-то выполнен, а преступник на свободе. Неувязочка получается. Ну да, и правильно. Меня тоже терзает это сомнение. Андрея Лемешева свидетели не опознали. А говорили, что в день убийства видели похожего мужчину. Да, но соседи не признали этого мужчину за своего. Из чего полиция сделала вывод, что мужчина приходил по душу Козырева. Именно. Я вот проскинул мозгами и вот что решил. Этот мужчина приходил просто-напросто к своей любовнице, к замужней женщине. Вот она и не призналась. Жизненный опыт пригодился. Далее. Вчера в квартиру ворвался байкер. Но в день смерти Михаила никто никакого байкера не видел. Не означает ли это, что Михаила убил совсем другой человек? Ну, это не факт. В день убийства байкер мог приехать без мотоцикла или оставить его в соседнем дворе, а в квартиру проникнуть без шлема. И я о том же. Если это один и тот же преступник, и он решился вернуться на место убийства, то не вернется ли он еще раз? Возможно, не нашел того, чего искал. Тогда Кате грозит реальная опасность. Ну, не думаю. Наш преступник, кем бы он ни был, он же не идиот. Вчера он проник в квартиру, зная, что там никого нет. Значит, следил. Проникать в третий раз, когда хозяйка дома, она же может поднять шум, крик, полицию вызвать в конце концов. Пожалуй, вы правы, шеф. Если преступник не нашел того, чего искал, вряд ли он полезет в квартиру, когда там будет Катя. Хотя... Ты только не обижайся, у меня на такие вещи глаз наметан. Я же когда на работу только устроился, к нам девушки молодые приходят. А я понятия не имею, как с ними разговаривать. Ну, мне старшие товарищи подсказали, что женщинам нужно делать комплименты. Ты им что-нибудь приятное, а они тебе чаевые удвоят. Вот я и начал всякие статейки почитывать про тренды, бренды, косметику. Ну и немного психологию. Ну и жук ты, Рома. То есть ты еще и психологию на вооружение взял. Ну? Да. Полезное чтиво. Можно же одну и ту же мысль по-разному сказать. Снимай. Например, можно сказать, вы хорошо выглядите. А можно сказать, у вас такая классная сумочка. Это Гуччи. Прекрасный вкус. И тетя польщена, и чаевые в кармане. А, погоди. Вот по поводу комплиментов. Это что получается? Ты меня обманул? Ты просто хотел сделать мне приятное, да? Ты же меня миленькой назвал. Да нет, конечно, но ты молодая, красивая девушка. Просто тебе как-то по-другому себя подавать нужно. Ну, зачем ты эти мешки бесформенные носишь? Тебе бы платьица, юбочки покороче. Не надо стесняться. Да я ничего не стесняюсь. И будут у меня эти платьишки и юбочки. Ой, чайник. Мне без сахара. Разобрался я с твоим компьютером. У тебя на винчестере не меньше мусора было, чем в шкафу. Да, это интересно. Да перестань ты, любимый, приезжай, мы тебя ждем. Прекрати, пожалуйста. А что такого? Тоже хочу приобщаться к высокому. Боюсь, у тебя не получится. Ну, не дано тебе.
Потом сколько раз можно повторять? Инструмент — это как машина, как женщина. Никому нельзя доверять. Шеф, вот вы тогда говорите, потому что вы уже нагулялись. Вы нашли свою Александру. Вы почили на лаврах. А вот признайтесь, погусарили же. Ну, погусарили. Нет, друг мой, я был анахоретом. То, что касается инструмента, думаешь, это блажь моя на старости лет вдруг осваивать саксофон? Нет. У меня более грандиозные, далеко идущие планы. Но это пока секрет. Господа, поздравьте меня. Я наивный придурок, а женщины — это самые коварные в мире существа. Поздравляю! Это аксиома, мой юный друг. Да подожди ты с аксиомами, сынок, ты о чем? Ни за что не догадайтесь, какие скелеты хранятся в шкафу у нашей милой овечки Любы. Ну, будут предположения? Рыжий парик на пластиковой башке. Подумал, что Люба способна так притворяться. Права была моя любимая мачеха. Ты девица хоть на подмостке выпускай. А что это у вас дверь открыта? И кого нужно выпускать на подмостке? Тебя, дорогая, без тебя никак. Ну и ты к нам просто так ведь не заедешь. Я знаю, как ты относишься к желтой прессе, но в данном случае все это очень похоже на правду. Так вот, недавно в одном крупном концерне «Омега» произошла серия самоубийств. Я понимаю, твоя статья про самоубийц – это просто феерия. Но мы-то здесь каким боком? Ты дослушай вначале. Так вот, когда первые двое служащих покончили с собой, журналисты подняли шум. Ну и чтобы как-то поправить репутацию, этот концерн нанял нашего Михаила Козырева. Он должен был провести с персоналом серию консультаций и, так сказать, предотвратить эпидемию суицидов. Вот это уже интересно. А буквально на днях в концерне произошло еще одно самоубийство. А вслед за этим из окна выпал наш психиатр-консультант. Так вот, автор публикации задается вопросом, а не связаны ли между собой эти две смерти? Хороший вопрос, шеф. Нам бы тоже стоило им озадачиться. Так, стоп. А к чему привязать парик Любы? А, у Любы в шкафу рыжий парик. Вот вам и девочка-припевочка. А я говорила, что она не так проста, как кажется. Так, что же у нас получается? В день смерти Козырева у его подъезда видели женщину с рыжими волосами. А учитывая, что Люба была его ассистентом, она вполне могла быть в курсе его работы в концерне. Стоп. А Люба работала бухгалтером у Михаила. Сама она не могла работать на концерн «Омега»? Здравствуйте. Можно к вам? Конечно, проходите. Проходите. Кладите ее сюда. Это ваша дочь? Да. Аленкой зовут. Как и ее маму. А где она? Умерла. При родах. Простите, пожалуйста. Нелегко тебе, наверное, одному с маленькой девочкой. Да нет, ничего. Как-то справляемся. Но у меня такая чудесная.
Спасибо, Миша. Это он вернул отца дочки. Миша? Почему Миша? Когда жена умерла, я ее видеть не мог. Даже имя давать не хотел. Думал, это она у меня Аленку собрала. Ты, наверное, ее очень любил. До сих пор люблю. Для меня всем была. С ума по ней сходил. Если бы не Миша, я не знаю, выбрался бы я из этой трясины. Он спас меня. Можно сказать, вернул вкус жизни. Здравствуйте. Вы торопитесь? Здравствуйте. Да нет, не очень. Хотел бы задать вам несколько вопросов. О, хорошо. Ну, я хотел бы подняться к вам. Ладно. Может быть, кофе? Да, благодарю. Я не займу вас много времени. Скажите, Люба, а вы говорили, что как бухгалтер вы занимались документацией Михаила, касающейся частной практики. В последнее время это был его единственный доход? Да. Но учитель вел занятия группы бесплатно, а за аренду зала платили наши спонсоры. Спонсоры, случайно, не концерн «Омега»? Случайно, нет. Наши спонсоры – это фонд «Жизнь продолжается». А к чему вопрос? Скажите, а среди клиентов Михаила и учредителей фонда были сотрудники концерна «Омега»? Подождите. Алексей Анатольевич, это что, сейчас допрос? Вы меня в чем-то подозреваете? Так скажите прямо. Я раскрыл убийство Михаила Козырева. Только не благодаря, а вопреки вашей просьбе. Ведь вы утверждали, что это самоубийство. Да я просто хотела, чтобы Андрея вытащили из полиции, чтобы отстали от нашей группы, и все. Ну, хорошо, и кто же убийца? Та самая девушка, которую видели во дворе. Черные очки, рыжий парик. Парик отдадите мне сами или мне произвести обыск? Вот оно что. А не зря я не поверила, сочувствую вашей жены. Она мне сюда еще шпиона отправила. Это же Рома выведал, правильно? Отвечайте прямо, где вы были в момент убийства Михаила Козырева. Это вы вытолкнули его в окно? Обвинять меня в убийстве Михаила, знаете ли, это подло. Я его любила. Все это очень интересно, но хотелось бы более явных доказательств. Михаила Дмитриевича действительно пригласили в концерн с весьма деликатной миссией. Ему нужно было выявить потенциальных самоубийц. Вот, спасибо Роме за наладку. Материалы по работе с персоналом были записаны по согласованию с руководством. А не эти материалы были удалены из компьютера Михаила? Преступники удалили всю информацию с диска Михаила, но часть материалов осталась в моем компьютере, так как Миша разрешал мне их забирать частично для того, чтобы использовать в качестве примера для совместного анализа. Ирина, я попрошу вас ответить на несколько стандартных вопросов, о которых вы, конечно, знаете от ваших коллег. И вы, и я все прекрасно знаем. Может, не стоит тратить время на эти формальности? Простите? Вы действительно надеетесь выявить с помощью этих вопросов потенциальных самоубийц? Угу. Тогда я расскажу вам старый анекдот. Анекдот? Ну, это не входит в тестовую программу, но пожалуйста, пожалуйста. Приходит сумасшедший на комиссию. У него калоши на веревочке. Врач спрашивает, а что это у вас? Это моя собака Шарик. Да. Придется вам подлечиться еще через несколько месяцев. Снова комиссия, снова тот же псих с калошей. Врач, а что это у вас? Как что? Калоши? Ну, отлично, теперь мы можем вас выписать. Выходит псих на улицу и говорит калоши. Ну что, Шарик, ловко мы всех провели. Я понимаю, Ирина, к чему вы клоните.
Даже психически нестабильные люди могут легко притвориться и правильно ответить на все вопросы. Всех шариков назовут калошами. Именно. Поэтому я предлагаю вам не тратить время на эти глупости, а помочь мне в реальных проблемах. У вас реальные проблемы? Прошу вас, я слушаю. Видите ли, Михаил, эти проблемы очень личного, интимного характера. Я хотела бы, чтобы вы приняли меня отдельно в своем кабинете. Ирина Петровна, вы ведете какую-то игру. Хотелось бы понять, какую и для чего. Вы поймете, если выслушаете меня в другое время, в другом месте. Теперь... Ой! Что-то мне нехорошо, голова кружится, живот болит, пора бежать, пить лекарство. Я сразу заподозрила, что эта Ирина запала на Михаила. В него часто влюблялись клиентки, так что за 2 года я насмотрелась. Да что вы говорите, после первой встречи? Проблема в том, что к психологу в основном приходят одинокие и несчастные женщины. Они априори готовы влюбиться в мужчину, которых выслушает и посочувствует. Но вы знаете, в Ирине я не сразу была уверена, так что задала вопрос Мише, мол, что это за дамочка такая. И после того, как он мне так неоднозначно ответил, я почувствовала, что между ними какая-то связь. Решила проверить и не ошиблась. Я решила, что Ирину и Михаила Дмитриевича застукал либо ее муж, либо любовник. Но после вот этой их встречи я была уже уверена, что она не успокоится. То есть они снова встречались? Конечно, представляете, она посмела приехать прямо к нему домой, на своем автомобиле. И меня просто от увиденного накрыло. Меня накрыла какая-то невероятная ревность. То есть вы хотите сказать, что вы купили рыжий парик и переодевались только для того, чтобы быть похожей на Ирину? Да, но, наверное, мужчинам это тяжело понять. Хотя по мне все очень просто. Я... глупая дура, которая потеряла голову от любви. Хотя я вам больше того скажу, я совершила еще более дикий и унизительный поступок. Что-то случилось? Случилось. И уже давно. Люба, я все замечал. Я говорил, я предупреждал, что... Тише, тише. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что ты психолог, и что тебе не положено. Но я ничего от тебя не требую. Я только умоляю, разреши мне тебя любить. Никто ни о чем не узнает. Люба, 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 остановись. Это все неправильно. Твои чувства, они обманчивые. Мы оба потом будем чувствовать вину. Так, стоп. То есть мне нельзя, а другой можно, так? Вы же ее психолог. Она же ваша пациентка. Вы не чувствуете вины? Люба, о чем ты говоришь? Какая другая? Ой, не надо мне только рассказывать, я все видела. Ты ее ждешь, да, свою рыжую? Люба! Люба, послушай! Мне так стыдно. Так тяжко это все вспоминать. Я тогда всю ночь не спала. И утром позвонила Мише, чтобы встретиться с ним и извиниться, все объяснить. Я как раз подходила к подъезду, и там все произошло.
Я ничем не могла помочь Михаилу Дмитриевичу, Миша. Но когда я услышала крик соседки, я взяла у него из рук этот телефон и сбежала. Люба, ну что ж вы молчали? Почему полиции ничего не рассказали про этот смартфон? Они же считали, что его украли из квартиры. Не работает. Почему вы ничего не рассказали про Ирину? Да потому что я считала, что это самоубийство, и что Ирина тут вообще ни при чем. Я не хотела о ней рассказывать, потому что не хотела марать имя Миши этой дешевой интрижкой. Ну, соседи видели, что из подъезда выходила какая-то девушка с рыжими волосами. Если это была не ты, значит, могла быть Ирина. Да, но соседи видели какого-то мужчину. И Андрей сразу оказался в полиции. Я подумала, хорошо, если я расскажу, а мне никто не поверит, то они могут смело сказать, что это я вытолкнула Мишу из окна. Даже вы мне не поверили. Да успокойся ты. Я тебе верю. Вы телефон отдайте Роме. Может быть, у него получится починить его. Ведь Миша, он по привычке всегда записывал все разговоры с клиентами. Может, там осталась запись с Ириной? А в отпуске? Простите, а давно? Ясно, спасибо. Я так понимаю, встреча с рыжеволосой бестией отменяется? Не отменяется, а переносится. В пиар-отделе сказали, что Ирина Липкина 4 дня как в отпуске. Так это же полный провал. Наша версия рушится, а все так складненько получалось. Да подожди, не гони ты на лошадей. Во-первых, нужно выяснить, когда и куда уехала Ирина. А во-вторых? А во-вторых, Люба говорила, что Ирина Михаила застукал в кафе не то муж, не то любовник. Ревность как мотив для убийства еще никто не отменял. О, вам сообщение. Сынок, весточку притаранил. Прочитаем? Нехорошо, читать чужие письма. Пусти дядю. Оп. Так, а вот информация по мужу Ирины Липкиной. Ага. Леонид Липкин, директор по маркетингу концерна «Омега». Опять этот концерн.
Ну, молодец, Ромка, вовремя. Сработало. У меня, кстати, есть одна идея. Шеф, а вдруг муж приревновал свою жену и отправил ее на курорт, а сам поехал к обидчику и сбросил его в окошко? С такими средствами ему не нужно лично разбираться с Михаилом. Он мог нанять кого угодно, да хоть этого байкера. Тогда швах! Это стопроцентный висяк. Такие убийства годами расследуются. У меня, кстати, есть идея. Давайте я сяду Липкину на хвост и прослежу за ним. Ну что ты надеешься найти? Пока жена на курорте, по-любому он сам пойдет в отрыв. А я прослежу, куда ездит, с кем общается. А? Только в роль не войди, а то ревнивый муж вырастет тебя в окошко. Держи, малышка. А где Катя? Скоро придет. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Очень хорошо. Даже не помню, как уснула вчера. Ну, это понятно. Последние 3 дня для тебя был сплошной стресс. Да. Ты, наверное, толком не спала. Ну что, будем знакомиться? Меня зовут Катя. А меня зовут Аленка. А мы решили тебя не будить и сами приготовили завтрак. Надеюсь, ты не против. Ты очень мила. Особенно с Аленкиной стороны. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Шеф, я был прав. Липкин к любовнице намылился. Говорить не могу, куда ты звонил. Уважаемая группа, давайте поприветствуем нашу новую участницу, Катю. Начнем занятие. И первое задание. Давайте попробуем изобразить тревогу. Попробуем. Убедили. Чувство тревоги довольно-таки яркое. Что касается счастья, с которым мы встретились на прошлом занятии, с ним пока почему-то туговато. Кто-нибудь из вас задавался вопросом, почему? Ну, это и ежику понятно. Чувство счастья, оно для каждого разное. Тревоги, страхи, сомнения, чувства универсальные. Угу. А любовь? Тоже у всех разная. Отличный вопрос. Ребята, давайте рискнем и попробуем изобразить любовь. Люба, отменяй задание. Чему? Потому что наша скульптура любви вряд ли отличается от выражения тревоги. Понятно. Любовь. Анализы хорошие. Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу, но в отделение реанимации разрешается пускать лишь в самых крайних случаях. Моя жена в коме. Что может быть страшнее? Ваш пропуск. Ну хорошо, проходите. Я поговорю с заведующим. Может быть, он разрешит ненадолго войти. Но цветы в реанимацию проносить запрещено, к сожалению. Шеф, это я. Ни за что не догадаетесь, где сейчас нахожусь.
В больничке. Ревнивый муж отправил тебя в нокаут? Нет, до этого дела еще не дошло. А вот его жена умудрилась с курорта попасть прямиком в реанимацию. Возвращайся на базу и больше не светись. Слушаюсь. Альберт Георгиевич, добрый день. Не отвлекаю? Нужна ваша помощь. Да нет, нет, информационная. Могу я узнать анамнез пациентки, которая лечится в вашей клинике? Липкина Ирина Петровна. Занятия окончены. Всем большое спасибо. И не забудьте дома подготовить запрос. Какой запрос? О чем вы? Ты что, прослушал? Ну, например, тебя волнует покупка дачи, или ты хочешь купить собаку. Может быть, ты любишь путешествовать. А, вспомнил. Спасибо. На здоровье. И не забудьте указать, что бы вы могли отдать взамен. А у меня уже готов запрос. Так. Главное, что мне нужно, помощь разумного человека. Твоя помощь, Люба. Хорошо. С удовольствием. Это так приятно, что кто-то просит у меня помощи, а не я у кого-то прошу. Люба! А ты не могла бы принять меня индивидуально? Ну как? Тебе не было скучно? Не жалеешь, что приехала? Скорее, непривычно. Все эти игры, упражнения. Я как будто оказалась в театральном кружке. Но я все равно благодарна тебе за то, что ты вытащил меня, потому что сидеть дома одной не очень веселье. Кать, извини, я не смогу тебя сегодня подвезти. Можно Аленку забрать? Да, конечно, я понимаю. А можно я с тобой? Да. Только кулинар из меня не Катя, очень. Мы с Аленкой будем так рады. Давай так, ты с ней живописью займешься, а я тебя готовить научу. По рукам? По рукам. Давай сумку. Есть. Я скоро буду. Может быть, купить что-нибудь? Ладно, хорошо. Целую тебя, солнышко. Так, следопыт, а ты разворачивайся, тоже выдвигаешься. Воу-воу, полегче, шеф. Я только приехал, целый день по городу мотался. Отлично, сейчас нужно поехать в пансионат, где отдыхала Ирина Липкина. Ее там избили. Липкину избили? Михаил выпал из окна? Совпадение? Не думаю. А не нужно думать, нужно ехать и на месте все выяснить. Так ночь же на дворе. Отлично, трасса пустая, быстро долетишь. Умеете уговаривать. Детка, ты... Да вот позвонил проститься. На опасное задание отправляют. Возможно, не вернусь. Давай, целую. Пока. Па-пам-парам-парам. Оп. Мяу. Ужин на плите еще не остыл. Как? Подожди, а ты? Извини, муж, но я уже перекусила. У меня очередной дедлайн. Ну как так? Подожди, я же спешил. Думал, мы поужинаем вместе. Я так летел, спешил, вот счастье было близко. Пред кем я давеча так страстно, так низко было расточительно, нежно, флафовый, о боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем мне надежды извлекли? Зачем мне сразу не сказали, что все прошедшие вы обратили в смех? Леш, ну правда, мне надо дописать статью. Так, дорогая, если так будет дальше продолжаться, то в нашей семейной жизни может наступить дедлайн. Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу. А потом сравним. Художник из меня не вышел, но фотографировать я люблю. Но фотографии тоже бывают художественные. Абсолютно с тобой согласен.
Ну перестань. Почему? Потому что я стесняюсь. Но ты красивая. Роль модели для меня в новинку. Обычно я сама пишу портреты. Жаль. Жаль, что все так печально закончилось. Катя, если что-то заканчивается, то это заканчивается печально. Прости за эту тавтологию, иначе бы оно не заканчивалось. Все, что не делается, все... Ну, дальше ты знаешь. К лучшему. Кать, поверь моему опыту. Уже лет через 5 ты будешь вспоминать эти свои мысли. Папа, папа, смотри, что я нарисовала. И умиляться каким-то ребенком еще была. Ничего себе, так красиво. Ты умница. Спасибо. О, здорово, командировочный. Докладывай результаты. Представился детективом. Пообещал, что никакой утечки информации не будет. Но все равно все пришлось клещами вытягивать. В полиции или в пансионате? И там все говорят, как под копирку. Ночью в дом Клипкиной проникли неизвестные. Официальная версия – попытка изнасилования. Жертву избили и обокрали, украли ценные вещи. Подозреваемые есть? Да, местные гастарбайтеры. Конечно, дело пахнет висяком. Нету ни свидетелей, никаких улик. Если, конечно, что-то из драгоценностей не всплывет. Дорогой айфон, красивое ожерелье. И, кстати, кольцо обручальное не взяли. А вот это неувязочка получается. Нет, ну понятно, что ни в полиции, ни в пансионате не заинтересованы поднимать шум. А я вот нарыл другую информацию. Ни изнасилования, ни попытки на оное врачи не зафиксировали. Женщину ударили по голове тяжелым предметом. Ну, если хотели изнасиловать, изнасиловали бы. Вот гоблины. Похоже на месть, а не на ограбление. Я о том же. Ирина уехала сразу после встречи с Михаилом. И той же ночью в пансионате ее жестоко избили и полоснули ножом. И после этого убили Михаила. А драгоценности и телефон забрали просто так, чтобы запутать следствие. Похоже на то. Я проверял. Леонид Липкин не покидал города. Получается, действовал не он, так же, как и в случае с Михаилом. Ага. Осталось только выяснить, кто этот посредник. А кто там мог быть? Байкер или кто-то другой? Здорово. Ну что, мастера сыска, бездельничайте. А мастер электроники восстановил телефон Михаила. О-о-о. Есть кое-что интересное. Прямо примерно показ нам тут устраиваешь. Да, это кино вам точно понравится. Спасибо, что согласились встретиться и выслушать. Это касается самоубийств в концерне. Постойте. Вы же говорили, что это касается ваших сугубо личных проблем. В кабинете я соврала вам. Записи в концерне доступны и руководству, и... Я прошу вас, сделайте вид, что у нас любовное свидание. Ирина, вы... Вы... Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Вы... Нас выследили. Я должна уйти. Я вам позвоню. Мы должны договорить. Поверьте, это очень важно. Я, кстати, знаю этого гоблина. Видел вчера в больнице. Он, кстати, водитель и телохранитель Липкина. А, ну тогда все сходится. Муж ревновал Ирину и приставил к ней охранника, чтобы он следил за ней. Только вот непонятно, зачем она попросила Михаила, чтобы он подыграл ей, будто у них свидание. И что она хотела рассказать ему о самоубийствах. А вам не кажется, что она просто экзальтированная особа? И не очень адекватная. Не торопись с выводами. Есть еще кое-что. Кто и зачем за вами следит? Руководство концерна. Вас наняли не для того, чтобы выявить потенциальных самоубийц, а только чтобы успокоить общественное мнение. Но и это ерунда. Главное, что самоубийство сотрудников на самом деле замаскированное убийство. Ирина, для таких утверждений требуются серьезные основания. Поверьте, основания есть. Для этого я и приехала.
машина. Опять меня выследили или выманивают. Я должна передать вам это улики, которые касаются убийства в концерне. В этом замешан мой муж. Но почему я? Почему вы не обратитесь в полицию? Концерна в полиции наверняка есть серьезные связи. Мне больше обратиться некому. Вот. Возьмите и спрячьте в надежное место. Если у меня найдут, мне не жить. Ирина! Ирина, это так странно, что похоже на... Ирина, послушай... Выходит, Люба сказала мне правду. Это тот самый день, когда она от ревности швырнула камнем в машину Ирины Липкиной. Вот именно это ее так напугало. И все казалось не тем, чем казалось Любе. Да. И получается, что здесь не простой адюльтер, а все гораздо серьезнее. Если это правда, то самоубийство в концерне на самом деле убийство. А значит, здесь задействованы могущественные силы. Ну, я рад, что вывел ваше посредственное расследование на новый уровень. Комиссар Мигре. Спасибо, сын. Мисс Марпл. Телефончик оставляю. Развлекайтесь, господа. Здравствуйте. Я не ожидала, что вы приедете. Просто собралась на... На собеседование. Мне же теперь нужно найти новую бухгалтерскую подработку. Что вы хотели? Сменили имидж. Вам очень идет. Так это ваш сын. На самом деле, это внешнее изменение, оно как-то мне помогло и сделало меня более уверенной. Я не займу у вас много времени. Рома отремонтировал телефон Козырева. И здесь есть непривержимые доказательства того, что у Михаила Дмитриевича и Ирины не было никакой интрижки. И какое доказательство? Записи их встреч, а не то, что вы там себе нафантазировали. Я прошу вас, сделайте, что мы с любовью на свидание. Ирина, вы снова меня удивляете. Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Нас выследили. Я вам позвоню. Мы должны поговорить, поверьте, это очень важно. У меня к вам вопрос. Михаил не говорил о неких уликах, которые ему, возможно, должна была передать Ирина. Каких уликах? Вот эти вещи не видели у него? Нет, не видела. Я уже пойду. До свидания. Слушайте, может, Миша хотел это кому-то подарить? Ну, если не Ирине, может быть, Кате? Может быть. Ну что, нашел что-нибудь? Я имею в виду не на сайте знакомств, а по нашему делу. Ну, очень смешно, шеф. Знаете, кто был первый самоубийца? Финансовый директор концерна. Мог что-то не поделить с генеральным или с учредителями. Вторая самоубийца была главный бухгалтер фирмы. Ну, это по умолчанию расстрельная должность. Главбух, как правило, в курсе всех черных схем. И последний самоубийца – это некий Юрий Гладышев, айтишник из технической поддержки. Ну, мало ли, в какие секретные файлы он мог проникнуть и перейти тем самым дорогу руководства. И на десерт. Расследование всех самоубийств ведет тот самый следственный отдел, что и убийство Михаила Козырева. А? Аутсайдила. Слушай, когда ты уже повзрослеешь, отрицать их скоро. Катюш, я открою. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что отвлекаю. У меня есть несколько вопросов, Катя. Конечно, проходите. Здрасте. Вам, может, знакома вот эта вот вещь Михаила? Нет. А может быть, он что-то подобное вам дарил? Миша не знал, что я вернусь из Парижа. Если он это собирался кому-то подарить, то точно не мне. Здорово. Вот же ты настырный. Его гонишь дверь, он в окно. Кисанов, ты знаешь, ты как в том анекдоте. Тебе легче дать, чем объяснить, почему этого делать не хочется. Дай.
И чтобы не тянуть кота за все места, я поясню, что я знаю, что Михаил Козырев был приглашен в концерн «Омега», где произошла серия самоубийств. Дай мне ознакомиться с делами. А что тебе еще дать? Вот что ты надоел. Короче, два дела уже сданы в архив. Следак, который их вел, ушел на пенсию. Сам ушел или его ушли? Ты на что-то намекаешь? Есть желание, пиши запрос. Но Козе понятно, что никаких оснований у тебя нет. Хорошо, не дам мне самоубийство айтишника из техслужбы. Тоже сдашь его в архив. А это тебя не касается. И у меня нет никакого желания посвящать тебя в дело. Веришь, нет? Кто бы сомневался. А может быть, все еще проще. В отделе просто решили договориться с концерном. Ну и вообще слить это дело. Потише, Рой. Ты же сам свалил из органов на вольные хлеба. Что? Клиентура поинтересней. Ба! Кисанов. У меня к твоим подопечным уже претензий нет. А что ты сюда повадился? Появились новые обстоятельства в деле о гибели Михаила Козырева, товарищ полковник. Так, может, поделишься? Да я бы с удовольствием. Но вот майор Прохоров только не изъявляет желания. Это что еще за новости? Выйдем на пару слов. Майор, ты зачем его к себе в кабинет вызвал, да еще перепалку устроил? Любая утечка информации нам боком вылезет. Подозреваемых нет. Дело Козырева зависло. Так я и отказался делиться с ним любой информацией. Нет, не-не-не. Этого под контролем держать надо. Знаешь что, давай так. Находи с ним общий язык и сотрудничай. Я его помню. Толковый был опер. А что, чем черт не шутит? Вдруг от него какая-то и польза нарисуется. Изучай, Кисанов. Только давай договоримся так. Нароешь любую информацию, сразу делись и накладывай. Обязательно. Главное в этом упражнении – научиться чувствовать партнера. Посмотрите, кажется, эта пара нашла взаимопонимание. Ты меня, что ли, ждешь? Да кого мне еще ждать? Люба, дело очень серьезное. Если ты мне не поможешь, то я так и останусь в отстающих. А если проведешь со мной хотя бы пару занятий, то я сразу вырвусь в передовики. Андрей, а ты все шутки шутишь? Какие шутки? Садись. Ты что, не видишь, как я на тебя смотрю? Чувства к своему наставнику обманчивы. Так Михаил Дмитриевич говорил. Ну, может, можно хотя бы проводить своего любимого наставника? Из уважения. Может, не надо? А может, в щечку? Молодость и драйв побеждает, топает! Не обольщайся, сынок, я просто дал тебе фору. Теперь?
Привет, мальчики. Привет. Может, позволите даме? О. Мне очереди. Да. Оп! Муж научил? Это я его научила. В моей работе пригождаются разные навыки. Вот он мой драйв. Вот она моя победа. А я смотрю, ты не зря съездила в концерн. Скажите, Жанна. Удалось разговорить подруг Липкиной? Удалось. Но не сразу. Что вы знаете об отношениях Ирины и Леонида Липкиных? Мы давно уже дружим с Иришей. И, честно говоря, я просто в шоке от того, что с ней случилось. А что касается ее отношений с мужем, то, да, мягко говоря, они были не безоблачные. А в чем причина? Кончилась любовь? Ну, я не уверена, что она у них вообще начиналась. Да еще и детей не было. Но Ирина мне как-то призналась, Леонид в принципе не мог иметь детей. Но зато ходок еще тот. Даже не особо скрывал свои связи. А вот Ирину держал в ежовых рукавицах. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Так почему она просто не развелась? Да он развод не давал. Грозил, что оставит ее ни с чем. И вообще, вы понимаете, какие он имеет возможности? Так может жизнь испоганить, мало не покажется. Простите, Жанна, но вы сами-то верите в то, что на Ирину напали какие-то мифические бандиты? И что это нападение никак не связано с ее намерением развестись с мужем? Я не понимаю ваших намеков. Хорошо, я скажу прямо. Мой муж детектив, у него хорошие связи. Жанна, если вам что-то известно, скажите. Я обещаю, мы накажем тех, кто так жестоко поступил с вашей подругой. Простите, но мне пора на рабочее место. Версия Адюльтера устарела. Погоди, Игорюк, еще не вечер. Очень рискую, но ради подруги я должна вам кое-что рассказать. С месяц назад Ирина мне призналась, что больше не может терпеть. Она решила собрать доказательства измен Леонида и подать на развод. Чтобы он не смог оставить ее без денег? Да, согласно брачному договору. Ирина захаживала в кабинет к Леониду и забывала там свой мобильный. Оставляла на записи в незаметном месте. Она рассчитывала, что Леонид назначит любовнице свидание, и она накроет его с поличным. Но записался разговор, которого она не ожидала. Что за разговор? И с кем? Леонид говорил с нашим общим боссом, замом генерального, Борисом Бурцевым. И по словам Ирины, речь шла о преступлениях, об убийствах. Об убийствах? Да. Ирина жутко струхнула, но это был шанс окончательно вывести мужа-негодяя на чистую воду. Она рискнула пойти дальше. Вот и поплатилась. А почему Ирина сразу не пошла в полицию с этой записью? Она посоветовалась с умным и надежным человеком, и тот пояснил, что на записи разговор иносказательный, без имен и фамилий погибших. И этого недостаточно для обвинений. Простите, Жанна, в тот день, когда Ирина уехала в пансионат, погиб ваш сотрудник, Юрий Гладышев. Он ведь айтишник. Они были с Ириной знакомы? Уж не он ли тот умный и надежный человек, которому она доверилась? Ирина дружила с Юрой еще с универа. У них там был короткий, но бурный роман. Юра пытался нарыть более серьезные доказательства преступлений в концерне для Ирины. И тоже погиб. Я теперь сама живу в страхе, засыпаю со снотворным. Александра, но запомните, я никому больше не повторю сказанного, ничего не видела и не слышала. Конечно. А депрессивные люди часто кончают жизнь самоубийством. Больше двух недель не протянет, Горемыка. Сашка, ты гений. Не буду спорить. Ну, как говорится, чем смогла, тем помогла. Теперь ваша очередь, мальчики, забивать гол.
Повезло с женой. А в тебе отлично получается роль психотерапевта, Леня. Простите, Борис Павлович. Быстро помогаешь людям выйти из депрессии. Убийство в концерне следует за записями этих аудиофайлов. Финансовый директор покончил с собой через 12 дней. Женщина, бухгалтер вообще через 3 дня. Последний тайтишник. Прямо в день отъезда Ирины. Шеф, бодаться с концерном – это смерти подобно. Может, пора обратиться к своей? И что им предъявлю? Вот эти вот записи на изоповом языке? Без имен, без фамилий. Меня насмех поднимут. Тем более, 2 дела о самоубийцах уже закрыты, а 3-е с предсмертной запиской. Там все шито-крыто. Не подкопаешься. Тогда остается одно – искать компромат, который Липкина передала Михаилу. Ну да, или ждать, пока Ирина придет в себя. Она у нас единственный и неповторимый свидетель. Кстати. Альберт Георгиевич, а не хотите ли фаршированной рыбы? Так, а ну-ка давайте поаккуратнее, гонщики. Ты, главное, не пересуши. Стараюсь. Слушай, Лёш, давно не виделись. Как твоя почка? Не беспокоит? Ну, слава богу, вашими молитвами и вашим скальпелем, Альберт Георгиевич. Носите на здоровье. Скажите мне, а какие шансы у Ирины Липкиной выйти из комы? Лёш, ну ты же знаешь, что шансы есть всегда. Вопрос только, когда и осуществляться ли. Но то, что касается Липкиной, то весьма и весьма, да. Серьезно? Более чем. У нас на днях был консилиум. Фатальных травм мозга у Липкиной нет. Сделали ей пункции для отсасывания свернувшейся крови. Ну, после этого рассасывания гематом пошло значительно веселее. Ну, организм молодой, здоровый. Ее лечащий уверен, что она выкарабкается. А когда? Ну, только Господь Бог знает. У меня к вам будет просьба. Вы, пожалуйста, проследите за ее состоянием. Если вдруг она начнет приходить в себя, сообщите мне сразу. Да, Леш, вообще без проблем, конечно. Игорюш, принеси из холодильника овощей. Я способен на большее. Большего не надо. Делай, что говорят, и будешь в почете. Слушаюсь. С овощами рыбка будет очень вкусная. Ну что, господа, все готово. Прошу к нашему шалашу. Только что из ручья. Ой, Сашенька, ну вы кудесница. Я же вот только ради этой вашей чудесной рыбки-то и приезжаю к вам. Ой, а больше-то ничего мне в этой жизни не нужно. За хозяйку дома! За хозяйку! Ну что, подруга, как будем договариваться? По-хорошему или по-плохому? Где оно? Куда ты его спрятала? Все, пойдем! Вообще. Ух ты, коварный. Меня упрекал, а сам чатишься с красотками? Ой, не верю. Роль Отелло придется получить. Ух ты, а что это за украшение? Признавайся, изменщик. Кому решил подарить свое сердечко? Это улика. Да, слушаю. Что? Да, я сейчас выезжаю. На Любу напали. Ну,
все, успокойся. Ты в безопасности. Кто на тебя напал? Тот, кто возил Липкину из кафе. А второй был на мотоцикле. Байкер. Это тот, который напал на Олега и Катю. Да. А что они от тебя хотели? Сердце. А у тебя? Где он? В машине сиди. Тебя еще никуда не уволокли. Почему ты соврала? Потому что это единственное, что мне осталось от Миши. Я думала, это для меня. Так, все, хватит сырость разводить. Поехали. Это от тебя. Располагайся. Спасибо. Вы простите, мне так неловко. Явилась к вам посреди ночи. Успокойся. Все уже позади. А теперь давай теплая ванная и в постель. Спасибо. Александра, спасибо вам. Ну что, как она? Ничего. Выспится и успокоится. Хотя, конечно, стресс пережила дикий. Ну, а ты? 2 часа назад ты смотрел на фото и гадал. Теперь оно у тебя в руках. Что-нибудь стал понять? Да нет, все так запутано. Ситуация из серии. Что бы это значило? Вот откуда? Откуда эта цацка у Михаила? Для кого? Для чего? Ну, может, это некий ключ? Ключ. Ключи в яйце, яйцо в ларце, ларец. Михаил унес ту тайну с собой, Ирина в коме. Ой, ладно. Давай-ка почивать, мой суженый ряженый. Утро вечером мудренее. Ты моя лягушонка в коробчонке. Ах так? Не Василиса премудрая, а лягушонка? Премудрая. Просто у тебя лапки все время холодные. Просыпайся, ленивец! Знаешь, который час? Сашка, ну дай полчасика поваляться в каком-то веке, а. До обеда собрался валяться? Угу. Поднимайся, нас ждут великие дела. Давай. Сашка, тебе полковник командует, честное слово. Ой. Так, ну тише дай. Что? Смертельный номер. Внимательно следите за руками. Саша, ты реально премудрая. Так. Похоже на какие-то бухгалтерские выкладки. Да, и без специалиста не обойтись. Может, это теневая бухгалтерия? Если это действительно так, то у нас в руках то, из-за чего погиб Козырев. И другие самоубийцы. Игорюша, руки в ноги, иду и ко мне. Теневая бухгалтерия, говоришь? Значит, бандиты не смогли найти это сердце в квартире Михаила.
И подумали, что он передал его Любе. Ну да, похоже, действовали наобум. Она так испугалась, что они могли ей поверить и отпустить. А что, если нет? Шеф, они же могли видеть, когда Люба садилась в вашу машину. Я тебя сюда зачем позвал? Пока я делами занимаюсь, ты за семьей присмотри. Головой отвечаешь. Слушаю, шеф. Дядя Игорь пришел. Леша, умеешь ты усложнять жизнь себе и другим? Вить, тебе я облегчаю жизнь, потому что приношу на блюдечке почти раскрытое дело. Ну, это мы отдадим специалистам. Когда сделают анализ и все подтвердится, тогда можно возбуждать уголовное дело о незаконных финансовых операциях. Но это не самое главное. Я вот все время думаю, а как доказать сопряженность-то с этими убийствами? Я понимаю, что записи Липкиной к делу не пришьешь. Ну, не тянут они на доказательства. А вот если Липкина выйдет из комы... Да. Получается, у нас Липкина единственный свидетель. Так а я о чем? Не думаешь ли ты, что этот твой байкер приедет в клинику и начнет ее пытать? Да нет, зачем же. А вот ее муж... может приехать в клинику и увезти ее куда угодно в тихое место и сделать с ней все, что угодно. Только не надо меня уговаривать, чтобы поставить около Липкиной круглосуточную охрану. Когда она выйдет из комы? Сам Бог знает. Да и у меня людей нет. Вить, да я знаю. Я просто прошу тебя быть на стрёме. Как только мне сообщат, что Липкина приходит в себя, ты тут же должен будешь выехать в клинику вместе со своей группой. Может быть, и Липкина там прихватим с подельниками. Ну, за этим дело не станет. Хорошо. Да, слушаю, напарник. Богдане все спокойно. Обедаем. Ну, отлично, и пообедай. Так. Мне скучно. Может, вам нужна моя помощь? Жду указаний. Выдвигайся к дому Любы. Может быть, и не там ее посуду. Хорошо. Я на задание. Из дома не ногой. Приказ главы семейства выполнять. Слушаемся. Ненавижу котлеты. Мам, можно я только чаю с пирожным? Лиза, у тебя одно место не слипнется? Нельзя одними пирожными питаться. Вон, бери пример с Кирюши. Он мужчина и любит мясо. Разговор окончен. Пока не съешь котлету, никаких пирожных. И вообще, у нас в доме гости. Ведите себя прилично. Люба! Люба! Кирюша, съешь? Без проблем. Как и договаривались. 2 часа, планшет мой. Да-да. Куда ты собираешься? Обед готов. Спасибо, но мы уже договорились встретиться с Катей, Олегом и Андреем. Люба, я очень рада за тебя. Но сегодня Кисанов сказал сидеть дома. Да не переживайте вы так. Меня Андрей проводит туда и обратно. Можно?
Можно. Ва, слушай, крутой байк. Можно я сфоткаю? Спасибо, дружище. Детка, это я. Подарок на месте. Отлично. Можешь номера сфотографировать. Зай, ну ты обижаешь. Я все приготовил. Давай, до встречи. Привет. Сынок, здравствуй. Как дела? Как учеба? Ты где сейчас? Пап, давай ближе к делу, я работаю. Скажи, пожалуйста, можешь пробить адрес владельца байка по номерам? Да, конечно. Когда я тебе отказывал, тем более в такой мелочи. Диктуй номер. Да, сын, ну ты метеор. Ответ может тебя удивить. Ну, боюсь даже предположить. Регистрация временная, адрес я тебе вышлю. А владелец байка по документам знаешь кто? Иностранка, некая Аймин Чонова. О как! То есть наш байкер — это восточная красавица. Ну, ничего, нас этим не напугаешь. Концерна. Никогда не догадаетесь, кто наш таинственный байкер. Восточная красавица Аймин Чонова. Офигеть! Откуда вы узнали? Ромка нарыл. Ну я дурак. Зато мы теперь знаем, что она работает на Липкина, и она рыжая. Не отпускай ее из виду, ладно? Зашел. Ого. Ай да Левкин, ай да кудесник. Игорь? Игорь, прием. Слушай, похоже, он на девушку и охранника себе нашел. Ага, два в одном плаконе. Соображение, мужчина. Артем, я жду результатов через 5 минут. Физкульт, привет. Анечка, что у нас с пробами? Делаю. Угу. Привет, Леш. Руки не подаю, в перчатках зашиваюсь. Что на этот раз? Шерсть неведомого зверя. Сравнительный анализ? Угу. А что за зверь? Рыжая лисица? Скорее, шанхайский тигр. Паш, только срочно, пожалуйста. Исключительный случай. Ну, это как водится. А я тебе для сравнительного анализа привезу 2 бутылки дивного напитка. Лучше привези мне закуски, а то я сопьюсь. Слушай, обижаешься, все сделаю. Будет, Леша.
сравнительный анализ срочно. Анечка, пробуй. Павел Игоревич, у меня все готово. Ага. Добрый день. Это медсестра из реанимации. Вы просили сообщить. Ваша жена пришла в себя. Ну неужели так сложно один день посидеть дома? Леша, не нагнетай. У Любы свидание. Ее Андрей до дома проводит. Извини, у меня вторая линия. Да, Игорек, слушаю. Тихо, тихо, успокойся, я понял. Все, забудь про них. Задержи Липкина любой ценой. Это он наш доктор зло. Через мой пост перепрыгнул какой-то страус. Сообщи старшему смены. Проникновение посторонних в лечебную часть. Это ты? Да, это я. Твой муж. Слава богу, узнала. Приходишь в себя. Извиняюсь, вы муж Липкиной Ирины Петровны? Да, в чем дело? Вы забыли оставить еще одну подпись. Какую подпись? Все было оформлено заранее. Но я же не знаю, доктор запрещает увозить больную. Понял. Кто вы такой? Я интерн. Но перспективный! Петрович! Это сможешь, жена мама вас! Надо же, только познакомились, а уже сдружились. Да я тебя умоляю, где ты дружбу видишь? У них лямур полным ходом. Вот и нам бы так. Кать, давай на перегонки. Давай. Алексей, привет. Докладываю, твоя подопечная вышла из комы. О, как? Когда? Примерно полчаса назад. Но состояние сумеречное. Если хочешь с ней побеседовать... Альберт Георгиевич, я все понял. Я приеду. Да, Алексей. Застал в ружье. Что? Липкина очнулась. Я сам в шоке. Выдвигайтесь к ней, а я подъеду. Олежек, ты можешь мне объяснить, что происходит? Этот байкер к Лише в квартиру залез. Ах,
Ты что за горилла? И зачем они девчонок схватили? Слушай, спроси, что полегче. Олежек, давай поднажми, упустим. Ничего не уйдут. Звони Кисанову. Говори, что любой Катю похитили. Сообщи координаты. Алло. Алло. Алексей. Анатольевич. Алексей Анатольевич. Чем быстрее скажете, тем дольше проживете. Ну, у кого из вас это гребаное сердце? Остальные по лестнице на этаж. Есть. Опоздали, коллеги. Ирина уже тю-тю. Кто это? Да псих. На посетителей бросался. Это мы вызвали полицию. Спасибо, что приехали быстро. Отставить! Тебе в квартире мало показалось? Отделалась сотрясением. А шрамы-то на всю жизнь, красотка. Ну, говори! Спасибо вам большое. Да не за что. Хорошо, что все закончилось. Ну, давай, колись, как ты меня нашел? Да все просто. С твоей подачи я решил еще раз копнуть последнее самоубийство в концерне. Угу. Что нарыл? Слушай, ну не надо из меня вытягивать, иначе замолчу. Короче, младшая сестра Гладышева рассказала, как его увезла рыжая тетка на крутом байке. Якобы брата срочно вызвали в концерн для служебной необходимости. Значит, госпожа Чонова еще связана с самоубийством. Я не перебиваю, я не вытягиваю, я констатирую. Она связана с этим. Госпожа-то вообще не Чонова. В общем, я ее пробил. Оказалось, дама живет по фальшивому паспорту. На самом деле, гражданка другой страны. То есть Липкину удалось ее оформить для собственных нужд?
Ну, я и прицепил к ней маячок. Ну, что сказать, хорошо работаешь, майор. Ну, ты тоже к этому приложил свою руку. Громов в клинике. Так что имейте в виду, уважаемый главврач, что в любом случае проверку я вам устрою. Ну, это ваше право. С документацией у нас все в порядке. Ну, а то, что больная не выдержала переправки и снова впала в ком, здесь вины нашей клиники нет. Мы как-нибудь сами разберемся. Свободны. Я правильно понимаю, что у нас опять нет свидетельницы? Ну, Алексей, всяко бывает. Ты ведь знаешь, ты позвонил, мы поехали, пробки, но мигалки даже не помогли. Поэтому так и получается, что этот Липкин пришел раньше нас с документами. Шустрый какой Липкин. Раньше приехал, все сделал и уже успел уехать. Ну, хоть за экономические аферы мы сможем его привлечь? Не Мона, Леша, а Нуна. Привлечем. Экономика – тема тонкая. Если б ты что в ней понимал. Чего встал? Поехали. Муж, мы растим монстров. Все силы отдала, пока их уложила. А что это ты задумал на ночь глядя? Ну что, преступная группа обезврежена. И мы с тобой заслужили сладкое. Это то, что я думаю? Ты решил меня побаловать? Скорее себя, наконец, уже. Нет, но считается, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В нашем случае это не так. Если ты помнишь, это я покорил тебя этим десертом. Ах ты коварный. То есть ты решил использовать запрещенный прием? Как я беззащитна и уязвима. Ну, ты сама напросилась. Так, все, иди в спальню, готовься. Сегодня я буду просто как зверь. Мам, пап, меня Кирюша пугает. Лиза, ну что опять случилось? Ну чего, не спим? Она первая ко мне пристала. Расскажи мне страшную сказку. Ничего себе. Так. А нам котлеты? Дети, быстро взяли тирамису к себе в комнату, съели, зубы почистили и спать. И чтобы не звук, а я проверю. Держи. Ну вот, устроили романтический ужин. Ну, ты же знаешь, что после сладкого они быстро засыпают, а все самое вкусное осталось здесь. Итак, идем дальше. Экспертиза показала, что волосы, найденные в квартире Козырева, принадлежат вам. А соседи утверждают, что видели вас у дома в день гибели Михаила. Да мало ли кого они видели. Сейчас любая может надеть парик и нацепить очки. Да, я была в этой квартире, но в другой день. Значит, все-таки подтверждаете. Значит, это вы проникли в квартиру и совершили нападение на Екатерину Козыреву. Ну да. Но я ничего не крала. А девица сама на меня набросилась. Я оборонялась. Так что максимум – незаконное проникновение в жилище. Да нет, уважаемая. Вы с подельником захватили и удерживали в заложницах Екатерину Козыреву и Любовь Коржик. А это уже серьезная статья. Какая статья? Это было на почве личной неприязни. Ваша Катя оскорбила меня в квартире. Ну, мы с другом решили вывести наглых девчонок, чтобы немного попугать. А тут вломились эти двое чудиков. С палкой и монтировкой, между прочим. Началась драка. Легкие телесные, не более того. А телохранитель вообще в отказ ушел? Ни слова не говорит. Им реально и предъявить-то можно только то, что говорит этот гигиена. Да, майор. Крепкий орешек тебе попался. Трудновато будет в суде. Угу.
по убийству Козыревой, пыткам Липкиной, а тем более по убийствам в концерне, нам и предъявить пока что нечего. Развлекаешься, да? А тебе известно, что в концерне проверка? Выемка документов, всю бухгалтерию на уши поставили. Не догадываешься, с чего бы это? Борис Викторович, ну вы же знаете, я сделал все возможное. Жену свою не пожалел. А ты ничего не попутал? С твоей жены все началось! Надо было раньше со своими бабами разбираться. Сядь! Короче, твою азиатскую куклу тоже закрыли. Если начнут рыть по самоубийствам... Она ничего не скажет. Да не перебивайте меня! Я не хочу рисковать, ты понял? Борис Викторович, я ручаюсь за нее, как за самого себя. Так вот этого-то я и боюсь, Леня. Но она же в СИЗО. Есть много способов, не мне тебя учить. И в камерах люди кончают жизнью. И если ты меня не услышал, Леня, ты можешь быть крайним в этой цепочке. Я услышал. Друг, а ты думаешь, мы мышей разучились ловить, да? Я думаю, что мышей вам доставляют прямо в клетках. А вы их умудряетесь как-то сквозь прутья пропускать. Липкина простить мне не можешь. Ладно, сам упустил, сам и поймаю. А пока вот. Это поможет тебе разговорить восточную гостью. Есть много способов не мне тебя учить. И в камерах люди кончают жизнью. И если ты меня не услышал, Леня... Ты можешь быть крайним в этой цепочке. Зря. Зря вы его выгораживаете. Он вас не пожалел. Хорошо. Я готова признаться. Ну, давно бы так. Это ведь... Липкин отдавал вам приказы. Вы меня не поняли. Я готова признаться, но только в своем преступлении. В каком? Это я помогла Гладышеву сброситься с крыши. Пишите. Все по порядку. Любимые мои, мама, папа и сестренка, простите меня, что я принял решение уйти из жизни. Просто я ничего не смог исправить. Юра. Следственный эксперимент по убийству Юрия Гладышева. Задержанная Аймин Чонова. Продолжаем. Итак, после того, как Гладышев признался, для кого он скачивал компромат, вы с ним поднялись сюда, на крышу. Все так.
Но неужели Гладышев даже не попытался сбежать или сопротивляться? Он очень боялся за свою семью. Особенно за младшую сестренку. Понимал, что наши слова не простые угрозы. Молчать бесполезно. Мы знаем, ты взломал секретные файлы концерна. На кого ты работаешь? Говори. Ты поступил очень плохо. Предал родную корпорацию. Поэтому все равно умрешь. Но если ты будешь упорствовать, начнут умирать твои близкие. Тебе не жалко сестренку? После этого я подвела его к самому краю и развязала руки. Он закрыл глаза, но спрыгнуть не смог. Его трясло. Сам попросил вытолкнуть его. А можно уже отстегнуть? Я ведь не убегу. Не положено. Просто обозначьте. Как вы его подтолкнули? Следственный эксперимент окончен. Подождите одну минуту. Я вас не понимаю. Вы признались в одном убийстве. Какой смысл опираться от другого? Вы же понимаете, что сотрудничество со следствием может вам облегчить приговор. Вы знаете, а я согласна. Ирину Липкину пытала я. И Михаила Козырева вытолкнула тоже я. Это ведь вам надо. Везите в отдел, я все подпишу. Это другое дело. Это вам зачтется. А можно уже расстегнуть? Мне руку натерло. Стегните. Хоть убей, не понимаю. Чего ты опять не понимаешь? Психологии вашей женской. Женской психологии вообще? Или этой несчастной в частности? Любимая, давай только не будем умничать. Я хочу просто для себя прояснить. Этот моральный урод Липкин хотел ее убить, а она отказалась давать на него показания. Это что, извращенная форма любви такая? Ну, если тебе от этого будет легче, мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит не в сфере мужское-женское. Погибшая ведь не европейка. Совершенно другой менталитет. Преданность хозяину, корпорации. Нам не понять. Нет, ну, доля правды в этом есть. Она могла и дальше, знаешь, не предавать хозяина. Зачем с крыши-то бросаться? Или именно предательство Липкина как мужчины так ее потрясло, что она предпочла смерть? Ты прав. Предательство мужчины для любящей женщины хуже смерти. Вопрос закрыт? Предательство мужчины и женщины тоже знаешь? Знаю. Давай, детка, просыпайся.
Опять проспали, шеф приехал. Угомонись, детка, угомонись. Это не побудка. Шеф тоскует. Дело застопорилось. Спи, спи. Не знаю, все равно мне лучше уйти. Неудобно как-то. Почему неудобно? Удобно, даже мягко. Что такое, детка? Я здесь живу. А ты? А ты? Кто я? Моя любимая. Неужели ты это сказал? На это указывают все улики. А чтобы пройти точку невозврата, может, приготовишь для нас с шефом кофе? Кофе хочется. Ну, давай. Хочу кофе. Шеф, а что с настроением? Не люблю, когда дело не доведено до конца. Но мы же свою работу выполнили. Убийство Козырева раскрыли. Компромат в правоохранительных органах. Убийцы будут наказаны. Да. Слушаю, Альберт Георгиевич. Да вы что? Вот, спасибо. Да, еду к вам. Шеф, что случилось? Ну что, эскулапы, созрели? Фу. Чем быстрее облегчите душу, тем легче будет приговор. Кто будет первым говорить? Я. Говорите. Липкин щедро оплатил перевод своей супруги. Мы даже ничего не заподозрили. Потом, когда больную доставили, прямо в палате начал требовать у нее признания. Грозил смертью, если она не расскажет, где спрятала какой-то там компромат. А вы что, в полицию не могли позвонить? Нет, он заплатил нам еще и приказал сделать его жене смертельную инъекцию. Но мы его обманули. Мы ввели Ирину в искусственную кому. Ха. Так вы герои. Я вынужден написать своему начальству рапорт о вашем награждении. Спасибо. Уводи. Прошу. А я вас предупреждал. Вперед! Пошел! Ну, состояние Липкины не вызывает опасений, однако она еще очень слаба. Вы знаете, учитывая обстоятельства, я предположил, что Ирину могли искусственно ввести в кому. Ну, провели исследование, собрали специалистов. В общем, получилось. Георгиевич, ты кудесник. Ну, я, собственно, и не сомневался. Я знаю, что хотел тебе сказать, Алексей. Ты молодец. Практически в одиночку раскрыть такое дело. Просто техасский рейнджер. Может быть, со мной на задержание финальную часть Маризонского балета? А? Товарищ полковник, я в свое время этого Маризонского балета вот так вот наелся. А вот с Ириной я бы поговорил, если возможно. Леш, не больше 5 минут. Время пошло. Я на задержание. Выдвигаемся к концерну. Берегите себя. Да, да, конечно. Муж всегда был настоящим тираном. Детей он иметь не мог. Я была согласна на донора. Но он не желал. И отпустить отказывался. Даже мысли не выносил, что я захотела свободы. Он грозил оставить меня ни с чем и... вообще превратить мою жизнь в ад. Так Гладышев помог вам добыть компромат? Да. Юра любил меня.
самого университета. Но я глупая, молодая была. Явился Леонид. Солидный, щедрый. Красиво ухаживал. Вот я и повелась. Я готова дать любые показания. Я никогда не прощу ему, Юр. Послушайте, вы же здесь главный. Ну? Меня заставили, меня шантажировали. Я готов сотрудничать со следствием. Заткнись! Молчать! Мою телохранительницу не слушайте, она нелегалка, лживая тварь. А вот, она тебя не предала, говнюка. А ты? Как ты мог с ней так поступить? А с женой своей как, а? Да она не любила меня. Никогда. Уводи. Есть. Машину. Андрей, ты должен отнестись к этому очень серьезно. Расскажи, что тебя тревожит, и ответь честно на все мои вопросы. Я это только и делаю в последнее время. О, нет, все время пытаешься ерничать и превращаешь это в какой-то фарс. Ну, скажи, что на сегодняшний день для тебя самое главное? Чего бы тебе хотелось на самом деле? Ничего не готово. У меня все готово. Это не займет много времени. Садись. Что за детский сад? Закрой глаза, не подглядывай. Хорошо, а когда можно будет открывать? Я надеюсь, ты поймешь.